оказывается, мы ничего не обещали. Нет, теперь сами, знаете, спасибо за войну, за участие, все, всем спасибо, война окончена. И сами назначают правителей, как могут. В решающий момент точно так же соберутся и скажут, а мы вам ничего не обещали. Все абсолютно рассуждают на тему того, что пришлось скрытно бежать. А скрытно бегут когда? Когда ничего не получилось. Свалили втихую. А теперь дома сидят, у них все хорошо. Конечно, именно так ведут себя победители. Не вышло не потому, что мы не смогли, а потому, что страна такая идиотская, не серчает. Ну, конечно, это провал. Конечно, это эпический провал. Почему они не уничтожили, не взорвали военную технику? Почему не сожгли груды винтовок, которые там остались? Так быстро бежали в результате победы, что кое-что побросали? Вы чего там делали, спрашивается? Создавали проблемы будущей России, этой катастрофы, которая привела авантюра. Давайте называть вещи своими именами. Но я удивилась, насколько гнилым оказался режим, который мы выстроили. Коррупция пронизала его до самого низа. Разложение трупа — это хорошо. Там, да? Людей сейчас вешать будут, это хорошо. И эти черви из этого зловонного трупа наконец вырываются наружу. Да, очень хорошо, замечательно. Это политика вымогателя, рэкетира, грабителя.